Ну что вы там, ребят, готов? Всем хай. Короче, мы, пап, давай распаковывать. Ой, простите, Давид. Давид, вставай, ты что там сидишь? Это все игрушки, это все подарки и игрушки, которые подарили Артему. Надержи, все твои? Ты уверен? Да. Ничего не подарили разве? Тебе? Так, ты хитрый. Тема с тобой поделится, не переживай. Самый большой. Давай распечатаем самый большой подарок. Подожди, Тема, а я забыл, сколько тебе лет исполнилось? 9 лет. Давидик, ты подожди, не распечатай. Теме, помогай распечатывать. Иди, тяни бумажку эту, открывай быстрее. Что там интересно? Это какой там корабль. Подарок? Корабль? Давид, а ну посмотри. Тебе нравится такой корабль? Да ладно, его же можно запускать, он может плавать, это плавающий корабль настоящий, он может плавать вот здесь, на бассейне, я представляю его запускать, ребята, как вы считаете? Надо. Давай на бассейне будем запускать его. Не надо. А вон еще, Тем, скорее всего, на пульт управления. Давай я тебе помогу, вот эти бумажки сюда. Подожди, сейчас будешь играть, подожди. А ну, Тема, смотри. Так. Вау, это же яхта, Тема. Это не корабль даже, это яхта. Так. Знаешь, что это на английском написано? Скорость. Спэ. Да, я вижу, у него пульт управления. Отлично. Мы его откроем и это зарядим. Корабль! Корабль, да. Мы его откроем чуть попозже. Пока что самым интересным. А ну стой, подожди. Баскетбольный мячик. А ну сможешь вот так 3 раза? Тебе его подарили. Здесь у нас есть баскетбольное кольцо. Да? Ну, чтобы соседи проснулись. Отлично. А ты, Давид, так можешь? А ну дай Давиду, он так может? А ну, Давид, попробуй. Держи, сынок. Ты чего, не хочешь играться с Артемными игрушками? А теперь давай, Артем, Давид, какую самую игрушку ты хочешь открыть? Вот это же карта. Это игра, грубо говоря, для взрослых. Тут нужно уметь считать, ходить. Да, я буду считать. Будешь считать? Да. Молодец, сынок. Мам, короче, мы открыли вот этот корабль без тебя, пока ты там была наверху. Давай вот эту, мне тоже интересно, что там. И вот этот тоже мне интересно. Помогай Артему, пожалуйста. А ну подождите, давай. О, подождите, я придумал. Давид, а ты вот это открывай. Что там интересно? Открывай. Ну давай тогда Тему, правильно. Что это такое? Прикольно, открывай. Что это? Открываем подарочки. Ну, показывай, что там. Я обязательно. О, смотрите. О, круто, какие-то шары. О, прикольно, реально. Какая-то игра. Так интересно. Все, я понял, ребят, что это за игра. Короче, ты вот так бросаешь, и должен у тебя выстроиться в линию шарики. Должны круто. Выстроиться вот эти. Давид, Тема, отлично, клади туда. Все, Давид, теперь твоя очередь. Открывай этот подарок. Открывай наш лапу. Давай посмотрим, что там. Давай помогу. Давай Тема тогда откроет. А ты смотри, что там. Открывайте вместе. Держи. Вертик. Вертолет на пульт управления. На пульт управления. Помогай. Круто. Давид, ты будешь управлять? Да. Классно. Ты же хотел машинку на пульт управления. Теперь у тебя будет еще круче. У тебя будет вертолет на пульт управления. Скажи братику. Спроси братика. Братик не против, что у тебя? Конечно, не против. Молодец, сынок. Дай 5. Вот правильно, младшим нужно... Всегда иногда давать. Всегда иногда. Мячик бросил. Давай, что там у тебя еще? Мам, смотри, тут что-то тоже прикольное, мне кажется. О, что там? О! Машина на пульт управления! Круто! Спроси, братик, ты мне дашь поиграть? Спрашивай. Давидик, что-то ты какой-то избалованный, я поняла. Так, Тем, вот еще один подарок, который не открыт. Давидик, бери игрушку любую, Артем тебе дает, какую хочешь. Машинку на пульт управления или вертолет на пульт управления? Выбирай, вон сзади, машинка или вертолет. Хорошо, сейчас я тебя открою. Смотри, какой хитренький. Поцелуй братика, обними, скажи, братик, спасибо. Я подарков отдал, ну-ка иди поцелуй, обними. Давид. Ты слышал, что нужно сделать? Иди, братика. Вот, молодец. Спасибо. Спасибо, говорит. Так, Тём, давай. Сейчас, мама, откройте. Давай. Так. На улице можно
Мама, а что это такое? Как ты думаешь? Что-то, смотри, Давид, что там? Мне кажется, это какие-то прикольные пазлы. Например, земля. Да, это, кстати, сложные пазлы. Да. Это не для маленьких? Это может маленьких. Не ма... Нет, Тём. Я должна кто-то давить. Не, мама, это не пазлы. Это пазл, да. Это пазл? Сложный, да. На тысячу штук, смотри, да, там пазл из тысячи. Придется помогать. Короче, следующий влог Серега собирает пазл. Собирает этот пазл. А сколько тебе вот это вертолетик не понравилось? Как они везде собирают этот пазл. Круто. Пап тебе поможет. Круто. Короче, вместо того, чтобы танцевать пальчики, соберешь пазл. Да, могу. Так. Мы переступаем дальше. Давай дальше. Давидик, теперь переступаем. Давай, Давидик, ты же хотел... Чем эту игру не надо открывать, потому что когда ее откроешь, ты ее... Ну, то есть я тебе буду объяснять, как в нее играть. Ладно? Открывай пистолет тот, что... Нравился тоже Давиду. Какой? Вот этот? Да. А, или вертолет, он ему нравится. Или ты не хочешь открывать? Давид, смотри, сейчас мы откроем. Что там, что новенькое? Пистолет еще не открыл. Давай, открывай. Так, стоп, открывай. Сейчас. Что, вертолет тебе открывать? Да. Ну, так, а ну не махай мне тут. Ты чего ругаешься? Тёма и так тебе подарил свой подарок. Так что давай, неси, неси маме, мама тебе откроет. Тём, давай я тебе помогу открыть. Открыть это все. Ладно. Мама пришла с помощью. Да, я буду играть. Пистолетом? Подожди, да. Ты что тут делаешь? А ты спроси у братика, он тебе разрешает играть? Да. Не, не ты говоришь да, а братик. Я спроси, Артём, ты мне дашь поиграть? Только одно слово, да. Спроси, Артём, ты дашь поиграть? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, дашь? Да, Тёмочка делится с тобой. А ты бы дал Артёму поиграть, если бы тебе такой пистолет подарили? А ты бы дал Артёмочку? Да. Молодец, делишься. Пальцы убери пока. Да. Пальцы! Так, пап, я чуть не могу. Я еще телефон с руками держу. Да. Держал телефон. Да, нет, так я еще не держал. Не-не-не, убери пальчики. Дай, дай Тёму. Давай я сам помогу. Вот так. Раз. Держи, чтобы я отрезал. О, доставай. Все, пистолет. Ух ты! Круто! Так там шарики уже внутри есть. А как стрелять? Как стрелять? Да. Не знаешь? Да. Точно? Опа. Куча шариков. Круто. Не, Давидик, не сюда. Сюда шарик зарезай. Стой, дай мне. Дай. Дай пистолет Артему. Дай, я сейчас достану. Вот сюда надо заряжать, и мне надо открыть сначала. Держи. Так. Дай. Держи, о, открывай. Убери эту пластиковую штучку. Да, я помогу. Вот так открываем. Да, стоит. Сейчас будем стрелять. Эту штуку убираем. Заряжай. Все шарики туда давай. Круто. Закрывай сначала. Сначала закрывай. Стреляй. Сильно. Нажимай. Нажимай. Вперед. Та дай мне. Я покажу. Смотри. Та дай, говорю. Держи. Я покажу, говорю. Да, попробуйте. Сейчас мы поймем, как стрелять. Сейчас дадим тебе. Что ты? Короче, друзья, распаковка это такая сложная вещь. Так что сейчас мы будем еще распаковывать вот этот вот корабль. Я считаю, что его нужно зарядить. И завтра же, да, Тём? И завтра же пойдем бассейн выпускать. Яхту. И, соответственно, сейчас давай достанем эту машинку, чтобы ее тоже зарядить. Сейчас зарядим все эти вещи. И, конечно же, дальше смотрите, как это все ездит и плавает. И эту игру тоже обязательно. Так, Давидик, готов запускать машинку? Да. Тём, ты готов тоже? Да. Ты. Так. И. Поехала. Нажимай. Класс! Вот эту игрушку Тёме подарили. Тём, ну пока мелкий играется, мы с тобой давай собирать яхту. Это более серьезно и по-мужски. Он пока еще масенький. Да, Давидик? Масенькому Давидику машинка нравится больше, чем яхта. А нам с тобой уже яхта нравится. Это круто. Ох ты, играй, сынок. Яхтой хочешь? Ты все сразу, что ли, хочешь? Дай нам хоть с братиком чем-то поиграть, да? Давай, я распечатай. Я тебе уже еще свое бабло. Так, аккуратненько. Аккуратненько.
Давай я сейчас помогу камеру отключу, помогу тебе достать и собрать. Мама, ладно? Иди. Ближе к машинке подойди, мама, она будет работать. Вон, смотри. Я поеду. Ты тоже корабликом хочешь? Да. Нет, Давид, не надо. Это кораблик, только папа может брать его, ладно? Потому что это кораблик только в воде. Я дам тебе поуправлять, ладно? На пульт управления. Смотри, какой красивый кораблик. Сейчас я его соберу, подожди. Здесь есть у нас пульт управления, смотри. Он вот так управлять можно им. Я сейчас его подготовлю, поставлю туда батарейки и пойдем управлять этим кораблем. Ладно? На бассейне будем сейчас управлять. Сейчас включу, подожди секунду. Все, вот и Тёмка вспомнил детство, да, сынок? Не, ну машинками, Тём, я даже сейчас люблю сам поуправлять. Крутая машинка. Предлагаю все вместе это взять и идти запускать корабль, яхту на бассейн. На бассейн пойдем? А потом все вот этот хлам, который мы разбросали, разберем. Ладно? Пойдем. Берем наше управление. И идем управлять. Едем запускать яхту, да? Ты хочешь сам? А с братом-то поделишься, это же его подарок. Тёма, он полицейской тачкой играется. Там тоже круто, да, Тём, на улице запускать. Поделишься? Держать мне? Давай. А ты пока машинкой поиграешь, да? Только смотри, чтобы она в бассейн не упала, ладно? Так, кстати, я забыл нашему Котеичу взять поесть. Ну, сейчас спустимся еще раз. О, круто! Давай, 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 давай. Оп. Класс! Пошлите. В общем, мы идем запускать нашу яхту, ребятки. Уже все готово, все подготовлено. Единственное, я не нашел, где здесь типа батарейки или еще что-то. Но я так понял, что здесь просто движок, а батарейки все стоят в самом пульте управления. Не знаю, куда ты нажимаешь, туда она и едет. Другую кнопочку нажми. Во. А, давай я колеса выставлю. Все. Так, Тёмыч, держи свой кораблик. Вернее, это вообще-то парусная яхта. Это парусник. Парусник, да. Нравится тебе? Папа, мне в детстве, если... вот это зад. Видишь, где двигатель стоит? У яхты и у кораблей все двигателя сзади. Слышишь, что говорю? И правильно, ты сзади руль стоит. Слушай, ну потому что ты управляешь здесь, вот смотри, вот это кий, ты им управляешь, он будет вправо-влево поворачиваться. Я тебе хотел сказать, если бы мне в детстве подарили бы такую яхту, я бы с ума сошел бы. Просто сошел бы с ума. Ставь аккуратно, вот наш басик. Так, Давидик, подожди, Тём, самая главная задача, чтобы машинка не ушла. Нет, сейчас Тёма поставит, потом ты. Ставь, Тёмочка, аккуратно. А ну, смотри. Вау, круто! О, почему-то машинка Давида подключилась к пульту управления. Самоуправление. Да, представляете, я нажимаю вот здесь пульт, и машинка Давидика едет. А ну, дай я выключу. Все, выключили. Подожди, Тём. Так, не пойму, подожди. Не управляется. Тёмка, а ну лови его. Видишь, кнопочка там вот эта есть. Нажми кнопочку. Нет, держи, в руки возьми его. Ты сейчас нажмешь, он утонет. Возьми. В руки возьми яхту. Вот, поднимай. Нажимай кнопочку. Раз. Теперь два. Все, сопряжение пошло. Отлично. Все, отпускай. Недалеко отпускай пока. Дружок, ну он же работает. Он же должен работать. Так, Тём, давай разберем. Так, а почему не работает, как ты думаешь? Батарейка села. Батарейка села? Да. А где здесь батарейки? Ты видел? Да. Вот, молодец. Ты вообще такой у него... Молодец, да? Вот руки. А ну, давай. А ну, попробуй сейчас запустить его. Ставь. Вот, попробуй. Нет, не работает. Батарейка села. А ну-ка, давай. Пойдемте менять батарейки, что ли? Мы сейчас только что поменяли, вроде новые поставили. Ну, еще одну новую попробуем поставить. Давайте. Давай. Давай, я согласен. Идем за батарейками все вместе. Куда? Домой, да. Пойдем? А вот... Ну, попробуй, поплавай. Плавать, нет? Нет. Тёмка, ну нажми. А дай я кнопочку здесь нажму, попробуй. Еще раз. Я вроде две новые батарейки поставил там. Три. Три даже. Странно. Ладно, идемте менять батарейки.
Крутая штука. Я бы очень хотел, чтобы она поплыла. Пошли домой, батарейки. Батарейки поставим, да? Да. Пошли. Ну, короче, вот Артем решил вот так поиграть. То есть батарейки поменяли, все поменяли, но, к сожалению, не работает. Ну, может быть, что-то с ним не то. Конечно, может быть, у нас руки кривые, и мы батарейки новые поставили неправильно. Но это смешно. Ну, ничего страшного. Зато вот так можно играться. Да, Тём? Что? Зато так можно играться тоже с ним. Вечером попробую разобрать его, посмотрим, может, там провод какой-то отошел или еще, потому что нет контакта между пультом и движком у корабля. И я смотрю, что он сильно кренится. Скорее всего, он набрал в правый борт воды. Каким-то образом, хотя вот он в воде просто вот так вот стоит. Тем более только сейчас не начал играться. Ну, посмотрим сейчас. Разберем, сделаем, не сделаем. Это уже второе. Так что вот так вот. Скорее всего, я посмотрю, Made in, что это, где это было изготовлено. И, соответственно, ну, короче, посмотрим. И пульт, я думаю, еще разобрать. Потому что, может быть, пульт, он как бы, кнопочка оповещает о том, что лампочка, что он якобы работает, но он может только оповещать. Посмотрим там соединение. Да, Тём, разберем сегодня, посмотрим. Че, покупаешься еще? Ну, давай. Да, кстати, подписывайтесь на папин канал, это точно. Итак, друзья, ну что, корабль сейчас буду чинить, ремонтировать, смотреть, что с ним, паять, может быть. Вот, ну а еще не показал вам еще одни подарочки, которые Тёмка не распаковал. Здесь, значит, у нас открыточка с поздравлениями Артёмчику, поздравляли. Вот, потом у нас, что тут еще, давайте достанем. А, тут у нас денежки, собранные за вчера. Давайте посмотрим, сколько Артёмке подарили. Представляете, 100 лир, 200, 300, 400, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Так, 1200 лир, и уже дальше пошли евро. 100 евро, 20 евро, а, 20 долларов. 1000 лир и 100 евро и 20 долларов. Прикольно. Я чувствую, Тёмка задонатит себе на какую-нибудь игрушку прикольную, это 100%. Очень круто, отдохнули вчера. Я считаю, что Артёмке на день рождения получилось на 100%. Все были веселые, все друзья, товарищи, которые пришли к нам на днюху, все кайфовали. Сегодня все мне пишут, там, ребят, спасибо, было весело, было классно. Ну, как правило, наше день рождения всегда так проходит, потому что мы сами на позитиве и сами всегда стараемся... Ну, не заморачиваться. День рождения, танцуй, кайфуй, отдыхай, вообще не парься. Ну и, соответственно, всем вам тоже этого же желаю. Поэтому всем спасибо за просмотры. С вами был Сергей Пынцарь. Это мой YouTube-канал. Всем пока. Пишите во влогах, что бы вы хотели видеть на моем YouTube-канале. Какой именно влог. Всем пока. Yeah.